Радушная, гостеприимная, с золотыми полями и безоблачным голубым небом. Такая Украина, такой ее знают и помнят самарские украинцы. Характер и душа народа в мелодичной, певучей, такой искренней и открытой украинской песне. И в горе, и в радости есть что спеть. Все желания, все мечты, все чувства выражены именно в украинских песнях. Для каждого участника нашего коллектива вот быть рядом со зрителем, доводить до них тепло наших сердец и чувств, в том числе украинского народа, мы всегда рады. Яркие, как червона калина, костюмы, звонкие, как весенняя капель, голоса, чащиеся в хороводе танцы. Талантами участники Украинского национально-культурного центра «Промень» и фольклорных коллективов Самарской области уже больше 20 лет делятся со всеми на фестивале «Шевченковская весна». Этнограф, прозаик и поэт Тарас Шевченко – основатель современной украинской литературы. Примечательно, что многие произведения украинского писателя написаны на русском языке. В творчестве Шевченко Россия и Украина неразделимы. Понять творчество Шевченко можно только поняв историю того времени, сложную, противоречивую историю взаимоотношений между разными социальными слоями, между представителями разных народов, но все доброе, интернациональное, что заложено в поэзии Шевченко, будет на то, чтобы мы оставались братьями, друзьями, людьми, умеющими и желающими понимать друг друга. В этом году фестиваль украинской культуры посвятили памятной дате – 70-летию Победы. Самыми важными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. Юбилей сегодня – он сделан народом Советского Союза. Мы были одной семьей. Украина, Белоруссия, татары, чуваши, мордва. Если говорить о вкладе в победу, то, естественно, каждый народ внес свою лепту, у него есть свои герои. Ветеранам вручили юбилейные медали в честь 70-летия Великой Победы. В зале Дома офицеров не было ни одного свободного места. Интерес и любовь к украинской культуре в Самаре действительно огромны. А все гости праздника говорят, чувствуется здесь единство, родство душ, понимание братских народов. И эту историю, идущую через века, не переписать. «Шевченковская весна» стала первой в череде праздничных мероприятий к юбилею Победы, которые пройдут в Самаре совместно с национальными общественными организациями. Марьяна Мирная, Марина Кравцова, Максим Гусев. События.